20 ноября киноконцертный зал «Дом кино» вновь открыл для юных зрителей двери в сказку, пригласив их поучаствовать в интерактивном музыкальном шоу «Пчелка Майя». Спектакль поставлен по лицензии «Пчелка Майя», то есть это та самая пчелка, как бы, которую детишки любят и смотрят мультфильмы. Интерактивный спектакль заключается в том, что артисты очень много взаимодействуют с аудиторией, очень много задают вопросов, просят детишек вместе потанцевать. Гости «Дома кино» стали полноправными участниками действия, не оставив злу ни малейшего шанса на победу. К тому же им удалось от души повеселиться в компании любимых персонажей. Сама по себе пчелка, она очень добрая, она очень открытая, очень коммуникабельная. Она всегда старается помочь своим друзьям. И у нее всегда есть такое желание приключения и найти что-то новое. Наверное, дети просто в этом мультфильме узнают себя, и поэтому очень любят этого персонажа, идут не только смотреть к телевизору, но идут и спектакля. Она добрая. Красивая. И красивая. И яркая. Яркая, да? Да. Мне больше всего понравилось, как они ставили цветочки. Мне понравилось, что королеву схватили осы. Мне очень нравится пчелка Майя. Она с золотыми волосами. Она очень красивая. Создатели спектакля приглашают юных любителей приключений на совершенно новое шоу «Алиса на льду» и «Дракула. История вечной любви». А также предлагают окунуться в зимнее волшебство зрелищного представления «Цирка Деда Мороза. Новогодний бум». Мечтай, фантазируй, смотри. Да? Да.